Так, друзья мои, всем привет. Арма, мы русские, против нас американцы. Слушай, поставленная на конце красного сажу, задача. Ну, я думаю, там, да, или подальше чуть-чуть протянем. Наша задача захватить вот этот триггер. А еще дальше красный? Ну да, что ты хочешь. Так, мужики, смотрите, буду ехать, если увижу какой-то хаммер по маршруту или какую-то прочую там всякую ересь, блядь. На раннего, мы его отпиздим, лоб-лоб. Да не, я, наверное, тормозну, сразу трубы выкидывать, доставайте. Уу, блядь! Лагает, пиздец. Товарищ командир, не забывайте метки снять на свое отделение. Прием. Вас, товарищ Жаден, тоже касается. Понял. Принял. Как точно надо говорить. Сэр, есть, сэр. Казачок-то заслон. Спешились. Че это такое? Урал. Чей? Урал. Все, азимодвижение у всех 150, по лесу двигаемся. Штаб 1-5, спешность, метка актуальна. Так, стрельба азимут 200, внимательно. Даже где-то 220 оттуда. Ну там, туда поехало отделение. Все, наше. Все, проходим. Почему они туда поехали? Кто поехал? Там хам, наверное. Так, звук двигателя азимут запад. Развернулись, закрепились, внимательно смотрим на запад. Север хаммер принял. От нас на север. Ирбисхан, через вас хаммер проехал на север, прием. В сторону Красностава. Так, Урал, он мимо прошел? Принял. Да, Саныч, дальше не видел его. Так, продолжаем движение, 150 возьмут. Рассеянно по лесу, не толпой. В этом азимуте до линии электропередач идем. 150. Когда идете до линии электропередач, закрепляемся. Любой контакт с врагом, блядь, сразу огонь свободный всем. Бля, интересно, видел он нашу эти Уралы, нет? На полном ходу проехал, далеко-далеко. Еще один хаммер. Азимут запад, наверное, тоже вернулся. Саныч, в нашу сторону едет примерно по звуку. А, топ. Вижу его, азимут за 380. Едет на север. Ирбиса, к вам второй хаммер едет. С юга на север по дороге прием на заправку. Закрепляйтесь.
Или он все проходит? Дальше тогда двигаемся. Дальше, двигаемся дальше. Парни, которые внизу... Что за пуск? Там РБСА есть. Все, проходим, проходим, проходим. Кто в низине идет, поднимайтесь чуть-чуть, это левее берите. Чуть-чуть выше на склон. Отлично, значит, рандомчики гоняют. Хаймерсон 2 уехал еще за 324. Да, принял. Сейчас слышу двигатель, по-моему, МК. Иди на юге, да, движок. 1-4, по вашему маршруту там противник аккуратно. Да, МК точно, МК. Да. Да, я слышу. А ты что, не на КВ? Я на МК 13 поставил. Ты не на КВ говорю, что ли, алло? А что вы тут делаете не из моего отделения? Принимаем, Илья Александрович. РПГшник. У кургана одноразовая бегуны нет. Встала, все, внимательно, аккуратно. Она остановилась, возьмите восток, 80. Заворачиваем на нее. Я не понял, а что с не нашего отделения какие-то кренделя тут бегают? Ни на КВ, ничего, кто это такие? Это 1-4, РБСА здесь бегает. Блять. В хельмах у нас целое подразделение минус бета. Доходим до электропередач. Да, кто шел, возьмите 150. И по электропередачам прям по ним заворачивайте на восток. Прям по ним идите. Всегда контролируйте тыл. Кто последний идет в этой всей нашей группе передвижения, видите, что вы крайне. Смотрите всегда в жопу. Она заглохла. Минус. Блять, ранен, кто ГПшит? Урал, скажи, чтоб не ГПшили, если сегодня... Пех, выжил, убежал. Не выжил, на дальний прием. Ниже, обходите ниже. Тринашку взяли? Санта выбил тринашку. Красавчик. Кто тринадцатую выбили? Экипажник успел съебаться из нее, он ушел по жопе 113-ки ниже. Нет, все нормально. 1-3 на дальний, прием. На дальний. Ребята, у вас где-то сейчас северо-восток, примерно, подъедет с Вархаммером. Минус, Джон. Хорош. Или 300-й, надо дымах его проверить. Хорош. Нет. Иди на него. Нет, Гизма, от дымов еще один ниже ушел. Внимательно, не ГПшит, блядь. Да. Не ГПшни, ёб твою мать, блядь! Хан, скажите, не ГПшни, там свои, во время не ГПшни, блядь. Лизма, тебя поправят. 1-2 тоже на дальний прием. На приеме 1-2. Ребят, в вашу сторону через Красностав выехали два Хаммера. Где они покажутся, неизвестно. Возможно, у вас... Гизма, живой? Возможно, 1-3. Будьте внимательны. Да. Смотри, от жопы 113-ки Пех убежал вниз, блядь. Вниз, по бровке леса. Через Красностав они проехали. В вашу сторону. Возле столба. Должен дым валяться. Я, может быть, его загпшил, может нет, блядь. Но я в него точно попал. Там валяется. Возле дерева, это возле столба. Лэп идет вот этот, блядь. Да, возможно. Нет. Под ней. Не видно? Вот где я, видите, с рацией стою, самый нижний, ближе к дороге, и 140 азимут. Вот сюда он убегал. Вот я на его месте. Здесь трупов нет. Иду труп смотреть.
проверю. Вниз пройдите на 120. Кто тут рядом? Вниз на 120. Проходите по бровке лес. Все остальные до дороги, блядь, тоже на 120 спускаемся. Там-то метку обнови на себя. Секунду. Принял. Метки актуальны. Метки принял. Все, вниз спускаемся, вдоль дороги начинаем идти. Кто? Че за стрельба? Да я, на всякий, нет, труп. Гизма же проверял, Гизма живой? В кого ты стрелял там? Я возле спиртняшки. Да нет, труп. Гизма, останься у тренажки, поконтроль тылы, пожалуйста. Я уже вперед тебя убежал. Ну, останься вот тут, останься где-то. Здесь поконтроль тылы маленько. Все остальные проходим. Тылы я контролю, идите. А, тылы я... 1-13, видите, 1-2. Останься маленький, Гизм, отпусти нас. Вдоль дороги начинаем движение, блядь. С дорогу пересекаем и вдоль дороги двигаемся. 1-3, живой, прием. Спереди контакт с дорогой. Говорил же, убежал один. Наш один минус. Лаком отходит. Закрепиться, держать позиции, бля. Мужики, за дорогой, азимут 110. Лайком, держи его, постреливай. Гизма, стянись сюда. Я в поле отойду, чтобы увидеть. Да. Он за дорогой. РПГшник перед тобой, внимательно. Один, ты уже убит, а скорее всего, да, скорее всего, убит, ладно, понятно. Значит, в кельме враг, если что, не забывайте. Канта живой, прием. Беттер живой, прием. Ирбис Хан, отвечу штабу, прием. А там угол ГЭшку пустил туда. Не-не-не. Потом с другой перешел, опа, зашла ГЭшка. Бля, он дальше по этому лесу, двигаемся на восток. Это станция на 120 от тебя. Да-да, я еще с бровки откуда. Двигаемся, пересекаем дорогу по этому лесу, 120 двигаемся. Тот, кто впереди Санта был, его лагануло, я не знаю, кто знает, он мертвый или не мертвый. Он телепортировался. Мертвую. Продолжаем движение. Беттер тут? Какой? У нас, насколько я знаю, один остался. Но он у меня на этом, на командном, на частоте отделения. Я понял. Который на хельме выбит, я правильно понимаю? А, да. Да. Урал, давай сдвиг сделаем. Сейчас, значит, новую частоту напишу, ребят. Написал новую ДВС-очку, ребят, сверху, синим. И ходим на нее. Санта. Кто живой, переключку срочно? 1-2 на связи. Пошлует рядом. 1-2. Дорогу пересекли, вдоль дороги идем. Я на поле отошел маленечко, блядь. Если он будет забегать, блядь, попробуй. Да. Возьми трубу у меня. Да она уже не нужна, Флойд, забей. Ну давай, давай. Атака, ман, 220. Этот самый труп лежит. 100 метров. Скинул на землю. Ты должен был уже вдоль дороги на востоке пройти, я понял. Все, не труп, живой. Помоги ему. Все остальные вдоль дороги по лесу, блядь, проходим. Дорогу пересекли и пошли на юг. Ой, на восток, восток. Этот хуй, которого, блядь, экипажник выжил, убежал, блядь, убил нашего, еще отступает назад в город. Аккуратней, союзники впереди. Вдоль дороги.
Это твое отделение, куда ты должен был пройти вдоль дороги впереди. Флойд, все, доворачиваем с этого поля, уходим на 60 в лес. Урал живой? Животник сзади вас. Бля, имейте в виду, мужики, когда идете по маршруту, где-то будет под кустом, под деревом, где-то пидор будет. Он отступил, его не убили. Так. Гизма, протягивай тоже вперед. Так, слушай мою команду. Город оставляем по правую руку, левее города, прям, блядь, впритык к нему, в протирочку проходим. А зимодвижение где-то 70 берем. Минуя футбольное поле, вот так вот, тут низинка будет, от триггера она нас закроет. Уходим. Единственное, что это крендель. Вот там союзники впереди бегут уже. Все, отлично, проходим. Правильно говорят. Ну давай, есть кто-то кроме штаба? 1-2. Отлично. Ирбисхан, ты живой? 1-4, прием. Смотрите, футбольное поле проходите, возьмем Т-70, каменную кладку, видите, закрепляемся в ней. Он за вами бежит. Он прямо за вами бежит. Развернулись все, встречаем его. Он сзади где-то в тылу. Как пришли? Закрепились, никто не идет на него. Закрепились все. Он при зеленке? Да. Как вышли? Давай, Гизма, давай, работай. Все остальные, кто в поле и в неловком положении, желтый дом у вас стоит, блядь, сзади вас, первый в городе, забивайтесь под забор. Я его потерял, он на противоположной бровке, короче, леса этого. Бегом, прячемся. А вы на стене можете поставить? Да, сейчас, секунду, Гизма, секунду. Мы на футбольном поле здесь. Эриксон, отходи оттуда тоже. Вижу его. Вижу его, подходит ближе. Сейчас вплотную. Ебашься наверняка. Стреляй. Пусть ближе подойдет. Я тоже сближаю. Живой. Все, минус. Лучше, все, продолжаем движение. Все остальные азимут 60. Футбольное поле пересекаем, из домов выходим, каменная кладка, вы меня должны видеть на противоположной стороне футбольного поля. Закон желтый дом. Все, выходим, двигаемся, азимут 60-50 от желтого дома. Гостометчик, в чем дело? Чего ты там долго так лутаешься? Вышку. Не надо ничего, он рандомит где-то. Около каменной кладки стою, жду всех остальных. Поле пересечете, дойдете, упретесь в каменную кладку. Я жду вас тут. Метка актуальна. 1-2, еще на дальний прием, что там? На свете. Все, остались мы с тобой вдвоем. То есть два отделения, 1-5 и 1-2. Ребячки, мы подтягиваемся, вы там тоже давайте, как-то не спешите сильно. Хороните пока, подойдите на нас минут 5. Мы подойдем, с двух сторон ударим. Есть возможность.
Все, 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 здесь в каменной кладке ждем всех остальных. Смелее, смелее, мужики. Сейчас пока это... Не ломитесь в триггер, сейчас подождем еще одно отделение вместе с двух сторон. Подавай, подавай, говори. Хорошо, на месте. 1-5 нужно минутки 2-3-4 примерно подойти к городу для начала сакам. Все? Гранатометчик у вас, далеко у вас 20. Чей, наш гранатометчик? Кто там, что там спишь? Кто что хочет? Тебя ждут уже на точке сбора. Где, блядь, точка сбора? Все, мужики, похуй, азимут 40 движения. Потихонечку, блядь, рассеянно, не толпой, блядь. Пока от триггера нас скрывает пригорок. Глухих нет. Впереди тошка стреляла, например, на востоке. Да, я понял. Ориентируйтесь, коровники видите, вот нам к ним. Азимутом где-то 65-62 вот так вот. Гизма, займешь здесь позицию, у кого оптика, пулемет есть? Оптика, нет? Есть пулемет. У пулемета займи позицию, смотри, двухэтажка, дом красный за сарая торчит, азимутом 60, возьми ее под контроль. Любое движение ебашь туда прям всеми силами. Все остальные по полю до коровника проходим, азимут 60. 1-5, вы подходите? Да, да. Да. Ты, а в принципе, можешь... Через 2 минуты, смотри, игровое время 8.08, 8.10, объявляют... А дистанцию ты можешь до дома примерно дать? 500, да. Дела принял. А чё я за собой вижу одного бойца, бля? Кто за мной бежит? Я. Кто я? Кто я? Как никто? Кто я? Курган, курган. А, во. Один курган, бля. Остальные где? Чё? Коровнику подходим. А, уже? На втором этаже есть. Самое работы. Правое окно. Работы. Да-да-да, Беттер, нашивай двухэтажный дом. Так, 1-5 метку обновили. 1-5 метку принял. Все, мужики, от коровников вот этих, азимут 50, за ними уже триггер. На азимут 50 метров, 100-150, и там уже триггер, все. Труба сзади, с севера 320 прилетела в беттер. Гизма жив? Вижу, вижу. Да, жив. Работай. Где видишь азимут? 320. В елках рыжих? В деревьях? Нет, за ними. Внимание, общий штурм. Ранен. Под коровником.